Кто не знает популярную игру «Крокодил»? Встречайте, «Крокодил» — детско-легкий. Игра, в которой вам необходимо не только показывать, но и объяснять и рисовать. Все задания указаны на карточках. Кажется, все просто, как бы не так. В игре есть карты финиша, на которых указано, что вы должны делать дополнительно, пока все пытаются угадать слово. Например, рисуя, постоянно макать карандаш как кисть в стакан с водой, объясняя, скакать на воображаемой лошади, а показывая, не переставать улыбаться. Но и это еще не все. Карты под названием плюшки-ловушки будут помогать или усложнять вам задание, например, обеспечат дополнительным временем или же заставят объяснять закрытыми глазами. «Крокодил» детско-легкий. Самое то в дорогу или на детский праздник.